Что такое конус? Покажи, что ты собрал. Канализация. Ну поставь, как она работает. Вот так. Это же конус какой-то. Вот так. Ой. Это у тебя мини-магнитный конструктор, да? Мини. Мини. Это вот мы нашли мини-магнитный конструктор Антошкин, да? Покажи, какие еще тут детали есть. Вот разные. Да, а вот это крупный магнитный, да? Это большой. Большой магнитный. Будем пробовать собирать вместе их? Да. Будем? Да. Ой. Ну, давай что-нибудь вместе сконструируем. Да, смешаем сначала большой и маленький конструктор. Давай, большой и маленький. Что мы будем делать, интересно? Так, ну, и ромбики нашли. Покажи, покажи сюда мне. Да, ромбики. Точно. Какого цвета? Оранжевого. Оранжевого. А треугольник? И треугольники. Треугольник. Оранжевый. Это большие треугольники с большого конструктора, да? Да. Треугольник с большого, а ромбики с маленького. А помнишь, мы когда-то рыбку складывали, да, из этого магнитного? Помнишь? Ты можешь мне напомнить, как мы это делали? Мам, пропусти меня. Мам, под тебя вам проводится железная дорога. Ты не помнишь, как ты мы... ногу бери, мам. Ты не помнишь, как мы рыбку складывали? Мама. Я думала, ты со мной служишь. О, мам. Смотри. Как-то так, да? Или нет? Нет. Не так? А где наша инструкция? Помнишь, большая инструкция такая есть по магнитному конструктору? Мам, ты, мам, будешь мне помогать носить рельсы. Мам, смотри, куда рельсы ведутся. Я думала, мы с тобой сложим что-нибудь из этого конструктора. Смотри. Смотри, какая фигура. Ну, рыбка обычная. Слушай, а ты не помнишь, где наша инструкция? Она, по-моему, здесь была. О, нашли инструкцию, да? По мини-магнитному конструктору. Оленя можно, да? Карусель была. Но от карусели у нас уже нету деталей. Ракету можно сделать, да? Можно смешать магнитный конструктор большой и маленький. Будет ракета, да? А вот плоские фигуры. Конфетка, звездочка, да? Знаешь, мам, треугольник. Что ракету вам можно сделать даже, мам, из большого конструктора. Ну да, я хочу найти рыбу. Рыбу. О, смотри. Вот такой вот шар. Помнишь, мы раньше делали? Ой! Антош. О, давай сейчас его сделаем. Давай. Давай. Ты вот оп. Еще вот такие вот разные. Вот рыба, кстати, видишь? Вот она. О, вижу. И машинку можно. У нас сейчас колес нет, надо найти. Сейчас... Ну, давай тогда шар или сделаем, или рыбу. Шар. Ну, давай. Так, берем две детали, да? Между ними треугольники. С маленьких будем делать, да? Да. Хорошо. А у нас тут треугольников достаточно будет? Ну, думаю, достаточно. Думаешь, достаточно? Так, вот уже что-то получается. Кресло. Кресло? Ну, да. Да. Такое кресло точно. Да, мам. Так, сюда теперь магнитим уже на треугольники, да? Теперь с этой стороны. Теперь уже сюда. О, видишь? Шар получается. Полукруг. Полукруг. Получается полукруг. Смешно. Покажи-ка свою руку. Вот, полукруг. Я хочу, мам. Так, теперь уже опять следующий ряд опять ставим на треугольники. Квадрат на треугольник. И так все чередуется. Так, ищем маленькие. Ха,
А больше-то у нас треугольников нету. Вот что мы сделаем. Антон, это все треугольники, которые мы нашли с маленького? Да. Ха-ха, только большие остались, ну что ж. Тогда давай из больших сделать квадратиков и треугольников. Подожди, сейчас попробуем сделать из больших. Вот, я большой поставила. И маленький, будем вот так чередовать. Маленький большой. Думаешь, так получится? Может и получится что-то. Так, сюда. А сюда треугольник. Ха. Это, конечно, что-то получается, но оно не равномерное. Дай-ка покажи, мам. Иди сюда. Могла бы, мам, могли бы начинать с больших. Давай это я заберу. Давай. Ну, мам, с больших лучше. Ну, давай начинай с больших. Ой, мам, выскочил один. Начинаем с больших. О, видишь, оно уже само смагнитилось. Так. Так. Вот. Знаешь, что получается, мам? Сердечко. Сейчас посмотрим, что получается. А вверху будет треугольник, интересно. Треугольник. Так. О. Мам, ты низ, мам, почти делаешь. Что, неправильно начала делать? Значит, тут тоже будет треугольник вверху. Мам, ты должна сначала начинать. Вот, все, смотри, какая корзинка получилась. О. Мам. Неправильно разве? Правильно. Правильно. Вот, все, корзинка. Мам, знаешь, что тут показывают светлым, а тут, мам, не светлое. Ну, тут разные цвета. У нас двойной, да, большой конструктор, у нас двойных цветов. Здесь такие цвета с этой стороны, а здесь такие. Так, дальше. Мам, покажи, с другой стороны цвет. Вот, с другой стороны такие цвета. Потому что у нас тут детали двойные, имеют двойной цвет. Да. Даже есть по телевизору, мам, не пока. Нам даже... Так, а здесь у нас не хватит, Антон, треугольников. Ты видишь, что творится? Ой. Не треугольников, а квадратов. В этом конструкторе треугольников не хватает, а в этом квадратов для шара. Мам, а давно их хватало. Когда-то хватало? Да. Не знаю, теперь что-то не видно. Хотя, возможно, и хватит, смотри. О, все, уже почти готов. Мам. Только нам один треугольничек надо сюда. Он тоже, пусти. О, видишь какой? Стой, подожди. Сейчас я найду. Пошла? Да. Вот сюда вот. Антоша. На, держи. О, теперь можно в футбол играть. Покажи, брось, подбрось. Опа! Привет! Дай вам я покажу привет. Ну давай. Привет! В телевизор. Привет, привет. Так, теперь делаем рыбу. Вот такую вот. Ого. Стой, подожди, пока не видно. Вот, вот такой. С плавничками и с хвостиком. Хорошо. Так, берем квадраты. Вот такие вот. Два. Я подрахиваю. Не надо вот так. Оно и так все видно. Берем два. Фотографировать хочу. Подожди, тут еще нечего фотографировать. Я тебе скажу, когда будет хорошо. Вот так вот. Берем два квадрата. Теперь вам ромбик надо. Да, ромбик, вернее, делаем. Мам, вот такой, мам, маленький. Ой, маленький. Нет, не маленький. Нам ромбик, кстати, можно. Но большой надо, да. Мы сделаем и ромбик из треугольников больших. Давай. Угу. Так, теперь с этой стороны, наверное, надо тоже поставить треугольники. Тут вам салатовые. Давай салатовые сюда. Тут вам красные. Так,
Хорошо. Теперь нам надо сделать хвостик. Хвостик из больших квадратов тоже голубенький, да? Вот. Хвостик голубенький. Он тоже что? Вообще не с этого конструктора. Там Олеся. Так, вот, смотри, видишь, вот получился хвостик. Ой. Слушай, может, хвостик из маленьких квадратов? Отлично, да. Так, и плавнички. И плавнички. Вот, у нас смотри, есть... Смотри, вон в кадр. Ножка моя. Ага. Тортит из-под тостачки. Сейчас я тебе скажу, и ты будешь фотографировать, хорошо? Хорошо. Сейчас, подожди, сделаем плавнички, и ты сфотографируешь. Подожди. Смотри, вот плавнички. Там на инструкции плавнички. Конечно, угу. Есть на инструкции плавнички. Вот, теперь можешь фотографировать. Вот сюда нажимай. Класс.